Всего 2 минуты в день на полоскание и никакого зубного налета. Если у вас проблемы с зубным налетом, то нужно ее решать немедленно. Предлагаем вам хорошие средства, рецепт, ингредиенты 0,5 ст. Перекись водорода 1,5 ст, вода комнатной температуры 0,5 часа л, соль 1 ст л, сода. Процесс приготовления или использования: смешиваем соль плюс вода, этим членом чистим зубы. Нанеся его на щетку, делаем эту процедуру 1 раз в 4 дня, и вы уже через 2 недели заметите результат. Красоты и здоровья вам!